Чудесный день представляет. Ух, как я устал. Что такое? Это ты сказал? Эх, я. Ты выглядишь расстроенным. Тебя кто-то обидел? Нет. А что у тебя случилось? Вот, ты знаешь, кто я? Нет. А кто ты? Я пугало огородное. О, приятно познакомиться. А я динозавр, но пока еще маленький. И мне приятно. Но ты не понимаешь, я пугало. А я динозаврик. Да нет же. Как нет? Я динозаврик. Да я не об этом. Я пугало. Я и правда ничего не понимаю. Да пугало я. Чего тут непонятного? Я должен всех пугать. И что? Вот я и пугаю. Ну, молодец. Да какой я молодец? Я-то пугаю, но меня никто не боится. Вот в чем дело. Так это же здорово. Что здорово? Ну, что тебя никто не боится. Как с тобой разговаривать, не знаю. Ты ничего не понимаешь. Ну, ты не сердись, а лучше объясни мне. Значит, объясняю. Я пугало огородное. Я стою здесь, чтобы охранять все, что здесь растет. Понимаешь? Ну, это понимаю. Ну вот, я должен стоять и пугать всех, чтобы они не воровали ягоды, фрукты, овощи. Но я пугаю, а меня никто не боится. Вот и ты не испугался. А это что значит? Что? Это значит, что меня выкинут на свалку за то, что я не справляюсь со своей работой. Ой, да уж. Теперь я понимаю, почему ты грустный. Как же тебе помочь? Да как уж тут поможешь? Никак. А мне здесь так нравится. И я совсем не хочу на свалку. Так, не опускай руки. Да я и не могу их опустить. Да я не об этом. А о чем? Не опускай руки, это значит, не расстраивайся раньше времени. Надо бороться за то, что тебе нравится. А у меня, кажется, появилась идея. Стой здесь, я скоро приду. И все-таки он странный какой-то. Куда же я уйду? Я же пугало. Ну вот, опять. Вот, смотри, я привел тебе тираннозавра. Зачем? Будем учиться пугать. Так, давай посмотрим, чего ты умеешь. А ну давай, испугай меня. И это все? Да, не думал, что все так плохо. Ладно, попытка не пытка. Начнем. Смотри, как я рычу. Что, страшно? Еще как! Это было так здорово! Просто потрясающе! Вот бы мне так научиться! Ну, давай, попробуй! Сейчас. Нет, так не годится. Смотри еще раз. Видишь, паук упал со страха. Это просто великолепно. Вы гений. Хватит болтать. Давай тренироваться.
Ух, сил нет. Как же ты утомил меня, а все бесполезно. Да ты просто безнадежная и самая глупая пугало на свете. Ты ни на что не годишься. Любой паук тебя сам испугает. Тебе самое место на свалке. Что? Это чье место на свалке? Твое, пустоголовое пугало. Ах ты! Что это было? Ой, у тебя получилось! Ты молодец! А ты какой молодец! Прям у меня даже слов нет! Видишь, оказывается, его надо было просто разозлить. Так ты что, специально мне такие плохие слова говорил, чтобы я разозлился и зарычал? Ну, конечно. Это я пошутил. Я тебе очень благодарен за помощь, если бы не ты. Ладно, хватит мне тут дифирамбы петь. Не люблю я этого. Я рад за тебя. Ну что, травоядный, пошли домой. Ага, до свидания. Приходите ко мне в гости. Получается? Дорогие друзья, если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на канал и ставьте лайки.